Если спросить, кто такая Валентина Толкунова, думаю, ответит каждый. Ее знают и любят многие. Знают как народную артистку России. Знают как мастера нашего золотого поколения, пришедшего на эстраду в конце 60-х годов. Знают как певицу, которая поет свои толкуновские песни. Именно поэтому сегодня успех не отвернулся от нее. Сегодня ряды ее слушателей не только не уменьшились, но и увеличились. Хочется отметить, что Валентина Толкунова у нас в гостях уже третий раз. В третий раз наша гостеприимная Карачаева Черкесия встречает ее как дорогого гостя. Уважаемая Валентина Васильевна, мы очень рады, что вы приехали в наш маленький городок. И, как ни странно, очень многие артисты и певцы боятся заезжать к нам в Карачаево-Черкесию и давать им более гастроли. У вас это не было связано с риском, с опаской? Вы знаете, нет, у меня никакой опасности, никакого риска не было. Но я, по крайней мере, не ощущаю себя на чужой земле, потому что я с этой землей связан 25 лет, 25, да, может быть, даже 30. Поэтому для меня здесь все родное, и люди знакомые. И сегодня на базар я пришла, и меня все узнали, и стали целовать, обнимать, и говорить, как соскучились они, и как хотят слушать песни. Так что у меня нет никакого отторжения, нет. Поет она от души с душою. Все в ней прекрасное, и голос, и жест, и интонация. А коса, собранная в пучок, обвивает скромная нитка жемчуга, вызывающая восторг мужчин и легкую зависть многих женщин. Что же это? Имидж быть эталоном русской красоты? Никогда не знала, каким эталоном и для кого я являюсь. И, честно говоря, я не хочу быть иностранкой на своей земле и всегда подчиняюсь только своему вкусу и своим потребностям. И я бы сказала, своему стилю, выработанному с детства, годами. Мне хочется оставаться русской на русской земле. А с чего же началась сценическая карьера? Жила скромная, улыбчивая девочка в поселке Хофрино, что на краю Москвы. Однажды нагрянула комиссия из Центрального дома детей железнодорожников. В школе ей сразу же указали на четвероклассницу с чистым, очаровательным голоском – Валю Толкунову. Так, 10 лет от роду, она попала в хорошо известный в Москве детский ансамбль Семена Осиповича Дунаевского. Потом было Гнесинское музыкальное училище, был институт культуры и диплом дирижера. Но дирижером она не стала, а стала певицей Валентиной Толкуновой. Дальше распахнул ее телевизионный конкурс на лучшее исполнение эстрадной песни в 1973 году, где Валентина Толкунова с блеском занимает в нем первое место. Певица вскоре становится своей на эстраде. Сейчас спета более 300 песен. За плечами 30 лет на эстраде. Это длинная череда концертов в больших городах России и нынешнего зарубежья. В городах маленьких, в рабочих поселках и селах, обозначенных разве что на карте трехверстки. Почему же она любит петь в глубинках больше, чем в Москве? Вы знаете, я объездила весь Советский Союз в больших и малых количествах. Я не один раз побывала в самых крупных городах нашей огромной страны. Настолько много раз я была у них, что мне все равно, где выступать. В больших или малых городах, в деревнях или в поселках. Люди везде одни и те же. Только одни люди более светские и более изощренные. Вторые люди более простодушные и более искренние. Вот в этом вся разница. Для меня это не глубинки. У меня нет. Я не подразделяю на старое, новое время жизни, я не подразделяю на большие и малые города. Для меня есть один вот шарик, земля, который я люблю, в котором я живу и чувствую себя существом, человеком, которому дана кратковременная жизнь, и я должна ее честно прожить. Все песни на эстраде пишутся о любви, и поют их почти все певцы и певицы. Но вот о достоинстве женщины, о ее чести и верности поет, пожалуй, одна Валентина Толкунова.
Дорогие друзья, добрый вечер. Я счастлива приехать к вам. Я очень давно не была в Черкесске. Я рада видеть своих старых добрых друзей, которые пришли послушать лирическую песню, пришли послушать мою песню. Нас связывает очень много лет дружбы. И я сегодня спою вам совсем новую песню от всего своего женского сердца. Она так и называется «Женское сердце». Рождения моего сына, именно эту я не пела, а какие-то другие колыбельные пела. Но эту песню сразу полюбили люди, она родилась в 77 году, и как-то вот вошла во все дома, и все дети вот до сих пор, вы мне в дочери годитесь, да. Я понимаю, многие молодые люди просто подходят и говорят, меня мама воспитывала с этой песней, мне мама там напевала ту или иную песню. И я счастлива, что ни одно поколение людей выросло на песнях. В песне сила должна быть только такая, когда она остается в народе надолго. Многие песни исчезают из жизни, мы их забываем, мы не помним, как вообще их звали. Но, слава Богу, мне удалось спеть песни, и не один десяток, которые остались в людях. Думаю, мои ровесники тоже засыпали под эту колыбельную. Помнят ли они ее сейчас? Ваша любимая песня? «Спокойной ночи, малыши». Запомнилась с детства эта песенка. Можно сказать, с годика я наблюдаю за ней, она мне очень нравится. И моей маме нравится она очень. Поэтому мы как, не пропустили, решили сходить на концерт. Нам нравится она очень. Все усталые игрушки, книжки спят.
же сказка спать ложится, чтобы ночи нам присниться. Безусловно, концерт прошел на одном дыхании. В нем прозвучали такие песни, как «Сердечная», «Я не могу иначе», песня «Боль, если б не было войны», «Задорная сережка» и «Душевная россиянка». Не прошла наша жизнь, не прошла. Как родную и близкую. И артистка не поскупилась на теплую улыбку и обаяние, на нежный и дружелюбный контакт. Ведь Валентина Толкунова несколько лет назад была у нас в гостях, а значит, знает наш город в его прежнем облике. Когда ехала к Дворцу культуры, я проехала очень чистые улицы, подстриженные газончики, выстроенные дома, очень много домов новых. Так что я просто счастлива, что по сравнению с теми годами, когда я ездила сюда с Ставропольской филармонии, с композитором Богословским, с композитором Колмановским, Ильей Катаевым, с композитором Михаилом Таривердиевым и со многими другими, я очень часто заезжала в этот город Черкесск и рада, что сегодня я приехала сюда, и меня встретили как свою родную. Вот родного человека так встречают, так сегодня меня встретили в Черкесске. Для меня это тоже родной город. Закончился концерт, как и все прекрасное в жизни. Валентина Толкунова уходила со сцены веселой и жизнерадостной, потому что для артиста каждый концерт как прожитый счастливый день. И все же искусство талантливой певицы никогда не могло жить без зрителей, без поклонников, а самое главное, без аплодисментов.